Первый электромобиль от Audi e-tron 55 Quattro уже в этом году может получить еще одного младшего брата. В Женеве посетители увидели концепт будущего электрического компактного кроссовера от немецкой марки. Серийная версия будет презентована в этом году, а уже в следующем поступит в продажу. Вы на канале Mega Electric, и сегодня мы расскажем вам об Audi Q4 e-tron Concept. Q4 e-tron Concept дебютировал в качестве еще одной полностью электрической модели от Audi. В целом компания планирует представить к 2025 году более 20 электромобилей и подключаемых гибридов. Батарея емкостью 82 кВт-час позволит Q4 e-tron проезжать более 450 км на одном заряде. Авто приводится в движение двумя электродвигателями мощностью 75 кВт на передней оси и 150 кВт на задней. Отметим, что передний двигатель используется только тогда, когда включается полный привод или происходит ускорение. Кроме того, Audi обещает, что пользователь сможет зарядить батарею за полчаса до 80% при помощи зарядки мощностью в 125 кВт. Дизайн экстерьера Q4 не стал революционным. Новая модель имеет подобные очертания кузова, как у старшего брата Audi e-tron 55 Quattro, который уже продается. Подобная ситуация и с интерьером. Также советуем вам посмотреть ролик о впечатляющем авто из Ингольштадта Audi e-tron GT, также из этого семейства. Ссылка на видео в описании. Мы надеемся, что вы уже подписались на Mega Electric, поставили лайк и кликнули на колокольчик. До встречи в следующем видео!